Многие христиане несут по жизни стереотип, что христианство – это обязательно мирное, благостное состояние, состояние умиротворения. Но если мы в своей духовной практике ищем Христа, ведь Христос может войти к нам с болью всего мира, и Он может войти к нам с крестом, мы не можем Ему сказать: «Господи, оставь крест, а сам заходи». Так вот, духовные практики, психологические, вот чаще всего Востока, они ищут состояние умиротворения, просвещения, каких-то экзальтаций. Мы ищем только Христа, нам, а не состояние. И Христа мы берем, принимаем без условий с нашей стороны. «Иисусе, Ты мне сейчас принесешь искушение, я приму искушение от Тебя», так же, как послушник от духовника. «Герон, да вот что Ты мне скажешь, то я и принимаю, то и будет мне сегодня хорошо, то для меня и спасительно».